В Якутске родилась четвертая в этом году тройня. Сегодня тройняшек Алису, Софию и Григория Соиных выписали из перинатального отделения медцентра. Родителями детей стали Екатерина и Николай Соины. Маму заблаговременно доставили в перинатальный центр, что позволило врачам провести все необходимые процедуры, снижающие риск осложнений. По словам счастливых родителей, дети появились на свет весом по 2 килограмма 400 грамм, а мальчик уже набрал вес и весит 2,5 кило. А на 8-й неделе я пошла на УЗИ, мне сказали, что у нас двойня. А потом на 13-й неделе я также пошла сюда в медцентр, и мне спросили, сколько у вас детей. Я уверенно сказала, что у меня двое. Потом мне сказали, что у нас трое, что близняшки кто-то будет и один отдельно эмбриончик. Наша семья небольшая, маленькая была. Муж да я, сейчас теперь нас пятеро стало.